Бэкст, 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 Бэкст. Он там! Быстрее туда! Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем в симулятор мойщика окон. Да не простого, а того, кто летает на джетпаке. Ты посмотри, какая у меня на спине здоровенная штуковина. Это джетпак очень тяжеленный, я тебе могу сказать. Да еще и приклеенный наклей ПВА к моей спине. Потому что здесь никаких ремешков нету. Кроме как приклеить на спину, я больше ничего не придумал. Итак, этот джетпак — это средство моего дохода. При помощи него я буду летать вот по этим небоскребам и мыть всем желающим окна, получать за это денежку и покупать, апгрейживать свой джетпак и свой скребок. Вот мой скребок, смотри, это я губку Боба вот сюда прикрепил, чтобы он мне помогал мыть. Так что у меня все в ажуре. Лухари, мойщик окон. Ну что ж, полетели, попердели. Давай, давай, взлетай. Че, бензин закончился? А не, все, все, летим. Все отлично, турбины прогрелись, все газует, огонь есть, значит работа тоже есть. Итак, сейчас мы вот сюда присядем, достанем нашего губку Боба. Боб, давай-ка начнем мыть окна. Ну что ж, приступим. Так, плюс один баксик мне уже зачислили за то, что я немножечко так помыл окошечко. Давай попробуем по-другому. Вот так вот мыть это скучно, да? Надо делать вот так. Давай, ну же. Да блин, взлетай. Долбанный джетпак. Китайский Made in China. О, все, полетели и вот так вот моем. Все, куда-то я не туда полетел уже. Ну, пару окон я помыл. Ладно, типа представим, что мы помыли все окна в этом бизнес-центре, полетели как к другому. Джетпак вообще какой-то бракованный. То работает, то не работает. Давай. Еле газу подает. Так, давай мой, смотри, какие здесь окна крутые. Ой-ой-ой, падаем, тихо. Главное не свалиться нафиг с этим джетпаком, а то я разложусь на асфальте, как коровья лепёха. Чё-то не моется. Во, пошла жара. Какого? Как? Что произошло? Необъяснимо, но факт. Секретные материалы. Почему я вечно появляюсь в какой-то яме? Словно я дно-мойщик. Ладно, всё. Хватит с этим дном уже. О, круто. Да я прямо это, Супермен, бьющийся об стенку. Ладно, завязывай. Давай, взлётывай. Взлеты. Ну, заводись ты уже. Что это такое? Почему? Я же в эту стенку не бьюсь даже. Какого нафиг? Я левитирую, что ли? Магнитные бури, магнитное поле тут или как, или чё тут? О, спасибо, дружище, ты меня подтолкнул. Все, теперь я свободен. Добби свободен, я полетел мыть окна. Достаем свою бобку-губку. И давай мыть. Сейчас я приземлюсь вот сюда. Хоп, о. И начинаем драйвить окна. Там на меня, наверное, смотрят работяги и думают: вот же ему круто мыть окна на свежем воздухе, а мы тут в офисе сидим. Да нифига, если у вас китайский джетпак, это нифига не камильфо. Левел 2. Давай, Бобка. Бобка. Буду звать губку Боба Бобка. Давай, чисть мне окна, что-то не чистит. Ты что, устал уже? Может тебя заменить, а? Эх, Боб. Ладно, давай, чуть-чуть подлетим вверх. Давай, ну, заводись ты, трактор-то мой. Долбаный, во, наконец-то, полетели. Мой окна. Как же все сложно. Пойду-ка я посмотрю другую губку. Смотри, какой магазин огроменный. Tool Shop. Итак, самая дешманская стоит 200 баксов. Да ё-моё, это какая-то черная бобка. Есть даже кирпичная, нифига себе. Жесть, это ж можно покорябать стекла. Ну ладно, она стоит 7000. Может, я на нее когда-нибудь накоплю. Так, есть у нас еще лимонад, то есть, ну, лимонадный сок. Я могу его купить. Сейчас посмотрим, сколько оно стоит. Там Джасмин продает его. Боже мой, Джасмин, какие у тебя шары из башки. Из башки именно шары торчат. Словно у нее из ушей сера пробивается. Так, Джасмин, продай мне, пожалуйста. А, вот смотри, чтобы купить, нажми здесь. Нажимаю. Вот он, лимонадик. Спасибо, Джасмин. Так, выпьем его. О, отлично. Теперь я заправил свой джетпак. Ну как, я заправил свой желудок, конечно же. И попробуем полететь. Давай, взлетай. Да господи, попердели наконец-то. Вот. Надо нам заработать 200 баксов. Мой лучший Боба. Боба-гоба. Как я уже эту губку не назвал только, а? Да блин. О, смотри, левел 150. Ну а я второго левела я сейчас вот так возьму и войду. И чё, мне ничего не... О, я могу изнутри помыть. Так, подожди, хочу изнутри помыть. Да взлетай же ты. Господи, как все здесь сложно, а? Так, летим. О! Да здесь вроде более-менее моется. Отлично. Все хорошечно. Кто-то упал с крыши. О, так тут...
Да какого, блин, опять? Короче, нельзя на крышу подниматься этого здания, потому что ты поднимаешься на крышу, твой череп раскалывается от того, что ты пьешь в потолок, и все. И тебе капец. Давай еще $2 дайте мне. Есть, $2 есть. Полетели. Ну, джетпак, заводись. Дрын-дрын-дрын-дрын-дулет мой завелся, наконец-то мы летим. Так, мы можем там, кстати, еще джетпак прикупить. Давай посмотрим, сколько джетпак стоит. А он стоит... А, они стоят рубаксы. Погоди, здесь есть ютуберский джетпак и есть твиттерский. Хм, нет, спасибо за 100 рубаксов, я их не хочу покупать. Я лучше куплю коричневенькую бубочку. Так, покупаем. Есть, ты посмотри, какая у меня теперь деревяшечка крутая. О, смотри, золотое здание. Левел 300. Ну-ка, попробуем золотое здание помыть своей деревянной... Да давай, взлетай же уже. Ой, господи, какой же этот унылый джетпак может у вас дать на металлолом уже, а? Так, взлетаем. Ну, давай. Главное, чтобы бензин не кончился. Все, давай помоем. Ого, как быстро. Между прочим, уже по $2 рублю бабосиков с этой бобкой. Бубкой. Левел 4. Фу, давай повыше взлетим. Повыше хочу. Повыше, давай. Заводись. Фух, завелся. Я думал, я сейчас опять упаду с крыши. Так, попробуем залететь наверх. Еще. Залетели наверх. Смотри, здесь посадочная полоса специально для моей головы предназначена была. То есть, в любом случае, наверх таких зданий невозможно залететь. Оу, смотри-ка. Смотри. Появился вертолет, и все к нему летят. Кто первее, тот победил, типа. Надо на него добраться быстрее, чем все остальные. Господи, походу я буду последним. А, еще и красный вертолет есть. Есть и золотой, есть и красный. Я почти долетел. Я лечу. Я здесь. Что тут делать надо? Помыть ему окно. По-моему, вертолет падает. О, нифига себе, если ты... Блин, нет. Короче, если мыть этому вертолету окно, то ты получаешь очень большие деньги. Сейчас, вертолет, жди. Я лечу. Сейчас встану вот сюда. Вот так вот аккуратненько. О, вот так вот и буду мыть. Да блин! Негодяй скинул меня. И сам скинулся. Тупица. Эй, чуваки. Тут еще один со мной летит, тоже хочет увидеть потолок этой карты. Но здесь его, походу, нет. Вот такая вот небольшая карточка. Да. Луна в море. Точнее, луна на дне. Еее, появился где-то вертолет. Точнее, он сейчас должен появиться. А я как раз нахожусь в небе. Так, я вижу красненький вертолет, пойдем к нему пока. Золотого я еще не вижу. Красненький. Лечу к тебе. Сейчас буду. Приземляемся прямо на винты. Вот так вот. И сейчас начнем лабаш мыть. Аккуратненько так. Аккуратненько спускаемся. О, пошла, смотри, по 12 денежек дает. За мытье лабаша. Ох, сейчас я подниму бабла. Блин, что-то он стал очень быстро спускаться. Надо успеть с него убежать. Иначе, если я приземлюсь... О, золотой появился. Дружище, все, я полетел вон на золотой. Давай, заводись. Ранить, заводись. Есть. Летим к золотому. Посмотрим, сколько нам за золотой все-таки дадут. В прошлый раз мне это не удалось сделать. Золотая вертушка. Я почти прилетел. Так, высаживаемся. Десант высадился. Так, потихонечку опускаемся вниз. Еще могу шажочек сделать. Вот так. Воу! По 22 доллара дают. Офигеть. Вот это я сейчас подниму бабла. Я сейчас только всего смогу купить. Так, дружище, уйди отсюда. Не мешай мне. Да я подниму бабла. О, красавчик сбоку сел. Прям как настоящий моющий кокон. Воу, что за падение? Что началось-то? Эй, вертолет, тихо, не падай. Нет, мы потеряли одного стекломойщика. Ну ничего. У нас еще осталось двое. Пока держимся. 14 уровень. Нифига себе, как я быстро поднял. У меня уже 4000 кэша. Офигеть. Я почти богат. Так, походу сейчас вертолет пропадет. Мне дали бейджик. Куда звук вертушки делся? Тай, блин. Да. Это был нежданчик. Ну-ка посмотрим, что мы можем тут прикупить. За 4500 вот такую вот губку можем взять. Давай возьмем ее. Какая-то она каменистая. Вон, смотри какая. О-о-о. Мраморная. Ну что ж, пойдем проверим. Попробуем помыть что-нибудь ей. Итак, с этой мраморной губкой я получаю целых $5 за мытье окна. Ну это же роскошно. Во-во-во, вертушки появились. Надо лететь.
Надо лететь за вертушками. Ну, заводи джетпак, давай быстрее. Во, наконец-то, все, летим. Летим, 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 летим. Ей, здравствуйте, здравствуйте. Сейчас надо как-то так вот сесть вот сюда. О, отлично. О, чуваки, вас там слишком много. Вы сейчас там будете падать. Жизнь прекрасна, когда ты моешь окна у вертолета. Так, звук вертушки пропал. Сейчас, сейчас. Да блин, почему у меня джетпак фигово работает, блин. Сейчас должен появиться золотой вертолет. Вот, появился золотой. Запускайся нафиг, ну, заводись. Блин, еле завелся. Я скоро этот джетпак точно выкину на мусорку. Отдам бомжам, пускай они его разбирают там и сделают из него батарею. Поставят вот эти вот ракеты вместо бочки и зимой будут греться. Нормально будет. Я готов. Я прилетел. Так, а если я вот сюда попаду? Воу-воу, я внутрь могу залезть? Нет, внутрь не могу. Но могу изнутри мыть. Господи, что со мной происходит? Так, воу-воу-воу, ребят, подождите. Кажется, меня выплюнули. Сейчас сверху присяду-ка на вертолет. Жалко, у него всего 3 стекла. Боковые 2 и лабаш. Так, надо аккуратненько сейчас. О, красава! Смог! Так, с этой губкой я получаю уже $25. Отлично. Сейчас наваримся, поднимем бабочки. Ты посмотри, сколько народу на него залетело. Никто не знает, что делать. Дружище, там вообще пропеллер решил помыть, по-моему. Так, вертолет сейчас исчезнет. Надо отсюда бежать. Все, валим. Валим. Ребята, он сейчас исчезнет. Бегите оттуда. О, потеря. Все. Чуваки, рожки до ножки от чуваков остались. Фух, вовремя я свалил. В общем, блин, опять ракеты фурычит. Давай. Во. В общем, если тебе понравился этот симулятор, все ссылки на него будут в описании. С тебя подписчика на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить нового крутого видосика, оставить лайкосик под этим видео и написать какой-нибудь крутой комментарий. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрел. Всем удачки, пока и до нового видосика. Ракеты... Ракеты...